дриблинг нападающих, подкаты защитников и красивые сейвы вратарей. Все это лицезрели болельщики на ульяновском стадионе «Локомотив». Турнир по мини-футболу приурочили ко дню воздушно-десантных войск. Соревнования также приурочены памяти гвардейцев-десантников, участников СВО, защищавших суверенитет нашей страны. Мы должны помнить своих героев. Вот поэтому и проводятся такие турниры, посвященные этим ребятам. Мы должны чтить своих героев. Главная цель соревнований – воспитание подрастающего поколения и пропаганда здорового образа жизни. Участие в турнире по мини-футболу приняли юноши 2006-2008 годов рождения. Всего 15 команд из разных районов области. Все участники тщательно готовились к соревнованиям, ведь ежедневные тренировки – залог успеха. Готовились мы к этому турниру, да, задолго до начала и до того, как нам сказали вообще о нем. Упорно готовились, сейчас наша команда вообще полностью заряжена и готова на этот турнир. Настрой боевой у меня и у всей команды, приехали только за первым местом, никак иначе. Подготовка это проходила тяжело, были тренировки 3 раза в день. Победителями турнира стала команда из Новоспасского района. Серебро у Новоульяновска, бронза у Ульяновского района. Команда, занявшая первое место, дополнительно получит переходящий кубок. Его будут передавать ежегодно победителю турнира. Команда, победившая 3 раза подряд, сможет оставить кубок себе. Кирилл Савосин, Бахтияр Салтанов, Управда ТВ.